Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers collègues. Je vois qu'il y a des collègues ici. Добрый Напишите, пожалуйста, слышно ли меня хорошо. Слышно, пишет Дмитрий. Хорошо слышно. Спасибо, Лариса. Елена, окей. Слышно. Хорошо. Можете написать, пока будем знакомиться, из какой вы страны и как долго вы изучаете французский язык. Галина или вы? Регина Капицкая, бонжур, бонсуар, шерами. Галина. А что-то у меня контроллер камеры висит. Сейчас мы начнем, пока маленький орг момент, мы пока проверяем нашу связь. Регина пишет, мне с Беларуси 6 лет понемножку. Ну, 6 лет понемножку, вы уже déjà bonjour, bonsoir, cher ami, здравствуйте, дорогой друг, дамы, уважаемый друг. 6 лет это много. Вы уже знаете пассе композе, о котором мы будем сегодня говорить? Тут и я, вы пишете, да, я вот смотрю по чату. Вы уже даже le passé composé. C'est un temps assez intéressant, c'est la base de tout le temps. Композе, об этом мы сегодня и поговорим. Ну хорошо, друзья, 9 часов. А не видно у нас сколько людей? Наталья из Москвы месяц изучает. Ну, месяц нам будет, наверное, рановато еще сегодня, но ничего, послушайте, это интересно. Это принцип создания французских времен, как они создавали своё во времени, веками. Хорошо, дорогие друзья, тема сегодняшнего вебинара у нас это «Le passé composé», это прошедшее, совершенное, законченное время. И поехали. «C'est parti», французы. Итак, на сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим свое счастье, поскольку причастие является неотъемлемой частью составного времени, которым является le passé composé, прошедшее законченное время. Мы рассмотрим даже совершенный и несовершенный вид неопределенной формы глагола, инфинитив. Инфинитив – это неопределенная форма глагола. Мы поговорим об этом, потому что это имеет очень большое значение для того, чтобы вы поняли, как строится французское грамматическое прошедшее время. Вспомогательные глаголы avoir и être мы также рассмотрим, их нет в русском языке. И также составные времена изъявительного наклонения, пока рассмотрим сегодня два времени, это passé composé основное, и затронем немножечко, плюс тут parfait, давно прошедшее время, время, которое отсутствует в русском языке. Ну и, конечно же, сделаем упражнение. Кукули замита, привет, друзья. Итак, знаете, что в русском языке есть совершенный и несовершенный вид глагола. Например, вы можете говорить по-русски «отвечать», да, можете сказать «ответить». «Ответить» – это как законченное уже действие. Вы можете сказать «приходить», а можете сказать «прийти», можете сказать «понимать», а можете сказать «понять» или «платить» и «оплатить». Да, «платить» – это длительный процесс, или в настоящем времени вы платите, а «оплатили» – это уже законченное. Но в русском языке как бы мы увидим, что они тоже участвуют в неопределенной форме глагола в образовании времен. Но во французском языке вот, мы часто встречаем такие конструкции. Например, если стрелочка вам видна, потому что просто на вебинаре не была, я забыл про стрелочку, вам напомню. Например, merci de répondre. Спасибо за то, что вы ответите. Благодарю вас за ответ. Да, это глагол отвечать. Répondre. А вы можете ответить еще, вы можете увидеть в письме
вам пришлют. Merci d'avoir répondu, вторая часть. Merci d'avoir répondu, это благодарю за ответ, за то, что вы уже ответили. Или merci de venir à la réunion, спасибо за то, что вы придете на собрание, я вас благодарю, мы вас приглашаем на собрание и заранее благодарим. Это такая вот форма интересная у конкурсов. Merci de venir à la réunion, то есть я вас приглашаю, я буду рад вас видеть. И merci d'être venu, спасибо за то, что вы пришли, это уже глагол прийти, être venu. Il me dit de comprendre, он не говорит, что понимает. Не говорит, что меня понимает, il me dit de me comprendre. То есть это глагол понимать. Il me dit d'avoir tout compris, d'avoir compris, d'avoir compris tout. Он мне говорит, что он все понял. Il m'assure, он уверяет меня, régler tout, что он за все заплатил, это глагол régler, платить, это глагол payer. Il m'assure avoir tout réglé, он убеждает меня, что он все оплатил, уже законченное. И вы видите, может быть для вас такая форма, те, кто изучал 6 лет, да, может быть у вас такая форма редко встречалась в ваших учебниках, потому что в учебниках, особенно для начинающих, я ни разу не видел такой формы. Хотя в повседневной жизни, вот мы сейчас видим, она встречается повсеместно, везде, всегда. Так вот, вот здесь и это и есть вот так называемые наши виды неопределенной формы глагола. Répondre – это отвечать, а avoir répondu – это ответ. Видите, как он образуется, этот глагол. Он образуется при помощи вспомогательного глагола. Да? Эта неопределенная форма является составной. Почему? Или сложной. Сложные составные времена, или сложные составные конструкции в французском языке есть. Я говорю это для того, чтобы ввести вам чуть-чуть, немножко, для того, чтобы вы поняли passé composé, сам принцип строения этого времени. Посмотрите, я сделал скриншот из какого-то форума французского, да, и вот молодой человек пишет, или мужчина пишет, il faut y avoir, там был скандал какой-то в школе с учительницей. Средних классов, он говорит, il faut y avoir travaillé pendant 25 ans pour connaître l'ambiance dans certains établissements. Он говорит, нужно там проработать, да, просто если бы вы переводили и вам бы сказали, нужно там поработать 25 лет, мы бы использовали il faut travaillé, просто написали бы travaillé с R на конце, да, а он пишет il faut avoir travaillé, нужно было поработать там. Это обычный форум, это человек, который пишет ответ на какую-то реплику. Теперь я вам расскажу немножко по-русски. Да, вот у вас есть тоже скриншот, я сделал с одного сайта, с Liberation, газета, видите, он пестрит вот этими конструкциями, которые являются составными глагольными конструкциями. Говоря об инфинитиве, о неопределенной форме глагола, можно сказать, что в современных учебниках французского языка мало уделяется внимания такому понятию, как совершенный вид неопределенной формы глагола, инфинитива, то, о чем мы говорили только что. В русском языке существует два вида неопределенной формы, совершенный и несовершенный, так же, как и во французском. Например, делать и сделать, писать, написать, ехать и уехать, начинать и начать. А во французском языке все словари и все учебники дают нам только одну форму глагола, форму несовершенного вида, например, делать, писать. Вы открываете словарь, и вы находите там, «экхаев» писать, работать. А существование составной формы инфинитив, неопределенной формы совершенного, законченного вида, начинают говорить только тогда, когда начинают изучать специфические обороты французской речи. Например, «après avoir mangé», «après avoir mangé et bu». Ну, это вот такая сказка, вы можете там когда читать французские сказки, Шарля Перро, покушал, хорошо выпил. Однако такой инфинитив, составная неопределенная форма глагола, очень широко распространен. Инфинитив представлен как в разговорной, так и в письменной речи. Это составная форма, является очень важной также для образования целой гаммы составных, прошедших, законченных времен, трех французских наклонений. Подчеркиваю, что у французов три наклонения. Это изъявительное, 4, да,
изъявительное наклонение, ну, три наклонения, в которых есть вот эти составные формы. Изъявительное, сослагательное, наш знаменитый субжунктив, и условное, пусть еще есть повелительное наклонение, четвертое, в русском всего три. Как же образуется во французском языке несовершенный вид такого инфинитива, о чем мы говорили? Составная неопределенная форма глагола. В русском языке это делается при помощи окончания или пристава, изменения корня, а во французском языке эта неопределенная форма имеет сложную форму, сложенную, составную, то есть состоит из вспомогательного глагола в неопределенной форме, avoir, да, или être, и причастие. Причастие, мы тоже об этом поговорим, смыслового глагола. Например, в русском языке эти две формы звучали бы примерно так. А? Покупать. А купить, это было бы иметь куплено. Да? Видеть. А увидеть было иметь, иметь увиденное, то, о чем мы видели. А, входить, а войти, быть вошедшим. Например, аштея. Покупать, а вуар аштея, иметь купленное, купить. Вуар видеть, а вуар вю, увидеть, иметь увиденное. Антре и это антре, входить и войти. Ну и отдельно, конечно, надо говорить о вспомогательном глаголе. Вспомогательные глаголы — это такая специфика французской речи. Для чего нужен такой вот формат глагола, вспомогательный глагол? В разговорном французском языке для того, чтобы выразить прошедшее законченное действие, используются исключительно составные времена. Это в разговоре. Есть еще, конечно, пассе-сэмпле, ну, которые используются, это простое время, но оно используется только в нишке. Да? Это время не используют в разговорной речи. Двумя вспомогательными глаголами эти составные конструкции. Глаголом avoir, иметь, и глаголом. Какой интересный момент существует этих глаголов. Так же, как и в русском языке, где есть всего один вспомогательный глагол быть, вы знаете, да, эти глаголы теряют свое значение. Теряют и становятся как бы глагольными вспомогательными частицами. Например, в русском языке глагол быть наш используется для образования будущего времени. Я буду решать вопрос. То есть я решу вопрос. Завтра, послезавтра, я буду решать. Но мы не можем в этом случае сказать, я был решать вопрос, то есть буду здесь, как говорится, частичкой. Глагол не имеет смыслового значения, выполняет только техническую функцию, вспомогательный глагол. Точно так же и французские глаголы «иметь» и «быть», avoir и être, теряют смысл и становятся чисто техническими глагольными конструкциями. Но при этом они спрягаются, то есть изменяются в процессе речи в лицах и в числе. Я, ты, он, она – это лица. А мы, вы, они – это уже лица, первое, второе, и число. Так же, как и русские глаголы. Например, да, я буду работать, ты будешь работать, будет. Мы будем работать, видите, буду, будешь, будешь. Меняется как частица глагольная, а основной глагол не меняется. Во французском языке есть также еще, мы об этом говорили, ближайшее будущее, ближайшее прошедшее, но это не тема сегодняшнего вебинара. Ну и, конечно же, о причастиях мы должны поговорить. Что такое причастие? Причастие – это глагольная форма, мы говорим, вспомогательный глагол плюс причастие от глагола. И мы этому посвящали несколько вебинаров, но мы поговорим об этом сегодня тоже, несколько деталей. Это конструкция, которая образуется, когда глагол закончил свое действие. Действие закончено, и результат этого действия называется причастие прошедшего времени или совершенного вида. Сложная такая конструкция. В украинском языке есть такое понятие, как дієприкметом. Да? Вот дієслово – это действие, да? Прикмета – то есть какие-то... это свойство, присущее прилагательному, но от глагола, да, от действия. И по-французски называется participus. Результат такого действия имеет признаки имени прилагательного. И отвечает на вопрос, какой, какая, какие, например. Построить – построенный. Какой? Построенный. Увидеть – увиденный. Какой? Увиденный. Написать – написанный. Писать – а написать – написано. И вы видите, что в русском языке эти причастия совершенного вида образуются тоже от глаголов также совершенного вида. Не делать, мы говорим, а сделать сделанное. Да? Не есть, а не есть, а съеденный. Не есть, а съесть, а скушать, съеденный. Существует также и причастие настоящего времени.
мы слегка затронулись. Это мы сейчас говорили о причастиях прошедшего времени, которые используются в составных временах. Но также есть и причастие настоящего времени, particip present, так называемое, которое образуется от неопределенной формы глагола несовершенного вида, так же, как и в русском языке. И во французском они образуются от обычного инфинитива, который мы встречаем в словарях. Кушать, да, manger. И мы добавляем ant, добавляем mangeant. Кушать, кушающий. Делать, faire, а делающий будет faisant. Рисовать, dessiner, рисующий, dessinant. Видеть, voir, а видящий будет voyant. Particip present образуется очень просто, всего с одним исключением, глагол être. От основы первого лица множественного числа «мы». Плюс окончание «ант». Ну, «фезон» – «фезон» – «делающий». Ну, «воем» – «воем». И вот это вот «партисип», это «партисип» – «причастие» и «предметное» по-английски. Оно является тоже таким очень существенным, очень важным элементом французской речи, потому что от него еще образуется «гея» – «причастие». Да? Мы говорим «en voyant», «видя», да? «En faisant», «делая». Очень часто «en» исчезает, и мы увидим это дальше в наших текстах. Ну и теперь, как вы понимаете, эти два причастия имеют огромное значение во французской грамматике. Вот, но я хотел бы еще подчеркнуть, что «particip passé» имеет множество форм. То есть если «particip present» образуется легко, то «particip passé» имеет множество форм, много форм, но они, тем не менее, классифицированы. Давайте мы разберем, внимательно смотрите, потому что мы потом будем делать упражнения. Вот мы сейчас отходим таблички «particip passé». Но для начала вот маленький скриншот из тоже какого-то сайта. Вот сейчас многие люди ищут работу и ищут помещения, ищут квартиры, и вот они заполняют какие-то анкеты. Да? И вот тут здесь написано «Mentir sur son salaire est une technique développée par les jeunes salariés recherchant un appartement souvent sur Paris». Врать по поводу своей зарплаты – это метод распространенный, разработанный, может быть, или применяемый часто молодыми работниками, которые получают зарплату, salaire, ищущими, которые ищут квартиру. Видите? То есть одна фраза, одна коротенькая фраза, и в этой фразе использованы два причастия, два particip. От глагола développer – развивать, да, или распространять, образовано причастие développer в женском роде, да, technique, это метод или техника какого-то действия. Да. И rechercher – это chercher, или rechercher – искать, разыскивать. И добавили ant и получили particip резон, участие настоящего времени. И посмотрите себя, сейчас мы посмотрим на табличке, как же образуются глаголов и причастия, и соответственно, как глагол меняется из совершенного вида в несовершенный. Вот здесь вот в правой части, то есть в левой части, видите, здесь у вас глаголы несовершенного вида. Manger – кушать. Да? Regarder, смотреть, мир, заканчивать. И у глаголов первой группы, которая заканчивается на «er», вы, наверное, это уже знаете, да? Даже те, кто учил месяц, не знают, что глаголы первой группы заканчиваются на «er». Это наша функция такая «чи», да? Работа, «чи», «кушать». А у французов есть три группы глаголов. Глаголы первой группы – это глаголы правильные. Вот смотрите, у них particip passé всегда заканчивается на «э» акцент «эгю». «Э» рене, «э» акцент «эгю». И естественно, если вы к этому причастию, да, это какой? Скучанный, да, или какой? Просмотренный. Фильм, «багарды». Вот это все particip present, они отвечают на вопрос «какой?». Да, «дранги». Сейчас мы будем разбирать и переводить. Да, это, и они могут быть в предложении как? Прилагательными, определениями, вернее, функции прилагательного, так и большей частью глагольной формы, если они стоят в причастном обороте, да, например, суп, съеденный собакой, был отравлен, да, вот суп, съеденный собакой, это будет больше причастие, а
как какой? Фильм, да, выбранный, да, это выбранная модель, выбранная, это уже будет во французском языке называться adjectif verbal, да, глагольное прилагательное. Поехали дальше. И вот так, манжета съедены, рогатета посмотрены, и мы прибавляем к ним вспомогательный глагол avoir, и получается avoir манжета, не съедены, то есть кушать, покушать. Да? Дальше, но garde, видите, глаголы первой группы имеют такое окончание. Avoir garde, посмотреть. Да? И сейчас я посмотрю, что вы тут пишете, пока нет вопросов. Да? Дальше. Финир – это глаголы второй группы. Финир, хандир, шуазир. Вы знаете, это все глаголы, которые заканчиваются. И тоже правильные глаголы, которые имеют единственную добавочку, да, двойное «с» в корне, «грандисон». То есть они имеют вот такую вот конструкцию, законченный, да, партисип пассе, ранги выросший, да, или выбранный, шози, естественно, авуар пене, авуар гранде, авуар шози, это будет закончить, вырасти, выбрать. Да. Мы заставим инфинитив неопределенную форму, законченная, совершенный, законченная. Правда. И дальше мы идем, у нас идут глаголы третьей группы. Все глаголы, которые не входят, не заканчиваются на «р», кроме глагола «але», он заканчивается на «р», но он третьей группы, да, они все являются глаголами и не второй группы, где все являются глаголами третьей группы. Третьей группы, здесь уже надо запоминать. Да? Я попытался как бы скомбинировать немножечко эти глаголы. Я вам давал раньше в предыдущих вебинарах таблички, есть все неправильные глаголы со всеми неправильными particip passé. И поэтому, если вы посмотрите, там вебинар номер 7, вебинар номер 8 или еще не помню сейчас по числам, там эти таблички есть, вы можете, в принципе, найти неправильные глаголы все particip passé. Prendre, prendre, comprendre – это все глаголы одного корня. Да, и глагол «мет» – это «класть», «одевать», «ставить». Вот у него particip passé «ми». Да, вот я вам рассказывал раньше, что желательно запоминать его и в женском роде. И все particip могут быть и женского рода. Мы добавляем это «э» на конце, «ми», «миз», «поставленный», да, или «одетый». Да. А, «Ди», «дит», «сказанный», «сказано», вот глагол «дир», particip passé «ми». И «сказать» будет «авуар ди». Merci d'avoir dit ça. Спасибо за то, что вы сказали это. Следующая табличка вам продолжает вот этот ряд глаголов. Посмотрите, lire – читать, а у него particip passé уже будет lu. Основная масса глаголов имеет окончание u. U, voir, vu. Увидены voir, vu. И avoir vu – это будет ты. Ну и дальше. Vouloir – хотеть. Посмотрите эти все глаголы. И вот единственный глагол здесь, который нам попался сегодня, который я набрал, это глагол venir, который сопрягается с être. Да, мы подробненько поговорим о том, какие глаголы имеют вспомогательный глагол être для того, чтобы выразить законченный, прошедший инфинитив. Но то, о чем мы говорили, повторение, то есть, видите, здесь merci d'avoir tout compris, то есть merci de comprendre, d'avoir tout compris, спасибо за то, что вы поняли. Да? Merci de répondre, спасибо за то, что вы ответите, да, и спасибо за то, что вы ответили. Итак, теперь мы знаем, но мы еще не знаем, да, но мы можем теперь составлять составные времена, делать составные времена. Как, если мы вернемся назад, то смотрите, если мы эти глаголы мы спрягаем, у нас есть спряжение в настоящем времени, да, вот здесь у нас спрягаем, вы знаете, как они образуются. Мы читаем, я читаю, ты читаешь, ем, ли, лизон, лизе, лиза, да, вы. То этот глагол вы можете спрягать в настоящее время, то здесь, если вы хотите использовать прошедшее время, то вы изменяете
только глагол avoir. То есть вы уже глагол avoir, если вы не знаете passé composé, вы глагол avoir меняете, спрягаете в настоящем времени. Итак, passé composé, переходим к теме, собственно, к теме нашего вебинара. Итак, passé composé – это время, которое образуется при помощи вспомогательного глагола avoir или être. В настоящем времени – présent, да? И particip passé – то, о чем мы говорили, спрягаемого, то есть смыслового глагола. Смысловой глагол, то есть и как бы смысловой глагол, глагол уже стоит в частице, которая не является глаголом, она является глагольной формой, отчасти глагольным прилагателем. И по-французски это звучит так. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être présent, suivi du participe passé du verbe conjugué, которым следует participe passé спрягаемого глагола. Например, voir будет avoir dû. Да? Это инфинитив, это инфинитив passé, инфинитив présent, инфинитив passé. Да? И вы говорите «j'ai vu», и вы спрягаете глагол avoir в настоящем времени. «J'ai vu», «я увидел», «tu as vu», «ты увидел», «il a vu», «он увидел», «nous avons vu», «мы увидели», «vous avez vu», «вы увидели», «ils ont vu», «они увидели». Видите, здесь спрягается глагол avoir. Если вы его знаете, то вам уже, вы уже можете освоить это время. Единственное, что, конечно же, надо будет запомнить и иметь всегда под рукой какую-то бумажечку, где у вас будут записаны все глаголы неправильные, у которых особый particip passé. Естественно, что половина глаголов французских спрягается с avoir, а вторая половина глаголов, которые являются возвратными, они спрягаются с это. Ну, возвратные глаголы, знаете, их определить очень просто. Они имеют возвратную частицу «вся». Да? Я умываю себя, да, я возвращаю себя. Но об этом мы говорили как раз несколько юморов тому назад. Я специально делал вебинар по возвратным глаголам, так сказать, по «левертопономину», по номинальным глаголам. Но также есть еще 15 глаголов, здесь написано 16, это я взял справочника. Все справочники французские дают разное количество глаголов, но здесь добавили глагол devenir, то есть иногда добавляют просто так называемые семейные глаголы, да, как мы их называем, производные, да, например, которые образуются при помощи приставок. Это глагол aller, идти, это глагол venir, приходить. Идти, приходить. Arriver, partir, monter, descendre, tomber, rester, entrer, sortir, naître, mourir, passer, retourner и apparaître. И, причем эти глаголы спрягаются с это только в том случае, когда они являются по сути возвратными, то есть, например, aller – это идти, это передвигать себя, да, и только в том случае, когда они не могут иметь после себя прямого дополнения, потому что возвратный глагол не может иметь после себя прямого дополнения. Я умываюсь, если на дополнение – это я. Да, я возвращаюсь, когда я возвращаю кого? Себя. Да, я возвращаю что? Книжку. Я вижу кого? Друга моего, но я вижусь, да, с другом. Это уже возвратный глагол, который спрягается с этим. Так вот эти все времена, эти все глаголы, их еще называют глаголами движения. Да, я хочу, чтобы вы запомнили, что эти глаголы движения должны быть возвратными по сути, хотя по форме, ведь они не возвратные, но переводятся часто на французский язык возвратный глагол. И не иметь после себя прямого дополнения. Когда мы используем прошедшее время, да, сейчас мы будем использовать с вами прошедшее время, passé composé, то, естественно, есть какие-то формальные признаки в предложении, либо используем, либо мы в тексте хотим его найти. Формальными признаками могут быть такие слова, как hier, вчера, да, la semaine dernière, la semaine, на прошлой неделе, le mois dernier, в прошлом месяце, l'année dernière, на прошлом году. Сегодня уже «oui», «cette semaine» на этой неделе, а «la semaine dernière» будет на прошлой неделе. «Ce mois-ci»
в этом месяце, а любая дахнгея в прошлом месяце. Ну и давайте мы приступим, да, к составным временам. Составные времена мы чуть-чуть затронем. Сейчас два составных времени индикатив, извинительного наклонения нашего. Глагол телефоне звонить, да, по телефоне, а Лиза, ты позвонила Луизе, ты имеешь позвонить, что-то позвонила Луизе. ЖПЕ я имею проплачено, я проплатил при помощи маякях виза. ЖПЕ, АВЭК, маякях, то виза. Эль напай крия хабью. Она не написала хабью. Да. Эль напа икри афабью. И поскольку отрицательная форма, мы о ней поговорим чуть позже, но сейчас увидим это, поскольку вы знаете, вы помните, да, что ну и пауза ставится до и после глагола, то глаголом в этой конструкции по секунд-позе является именно вспомогательный. Вторая часть является уже пее, телефоне, икри, это уже партисип пассе. Глагольная форма, которая может использоваться отдельно в речи. Ну и здесь вы видите, я вам дал еще «эль наве пайкри», «эль а телефоне», это так называемое «плюс кутахте», «плюс кутахте», «плюс кутахте». Это время, которое отсутствует в русском языке, это так называемое «давно прошедшее время» или «предпрошедшее время», это время, которое стоит перед другим прошедшим. В данном случае перед пассе-композе, или у нас есть еще длительное время, эмпарте. Вот здесь этот глагол, ведь он стоит здесь а, здесь а, в, да, вот он добавляет вот это а, т, а, ес, а, ес, а, и т, окончание. И вы можете уже по, хотя бы по этим признакам узнать, что это время, которое, если вы его не знаете, это время, которое предшествует другому прошедшему, в данном случае пассе-композе. Эля телефоне, она позвонила, но до этого она не написала. Эль наве пайкри, и в русском языке, русские переводчики, в русском, украинском, то есть они скажут, она до этого не написала, да, как бы мы так же ранее она не написала. То есть надо как бы подчеркнуть, да, что это действие произошло раньше. Ну и вот из различных учебников вам даются объяснения, как объясняется, очень кратко иногда, пассе композе, формасион ду пассе композе, avoir au présent, глагол avoir в настоящем времени, да, или être здесь в настоящем времени, плюс participe passé du temps. Elle a trouvé le livre, она нашла книгу. J'ai reçu son message. И вот негатив, и вот ваши, здесь видите, ваши 15 глаголов, вам даются те же самые методы, как глагола devenir здесь, да, он как выходит в семью devenir, 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 это все глаголы, которые появляются с R. И, не знаю, знаете, если вы читаете прессу французскую, кто там читает прессу, может быть, несколько лет учит. Вот недавно была, или, ну, так, такая была интересная информация, новость была, журналистка шведская приехала в Данию, человеку, который создал подводную лодку, у него было 3 подводных лодки, звали его, сейчас скажу, звали его Петер Мадсен, да, вот, а журналистку звали Кит Пол, да, и она села в лодку и исчезла, и потом ее нашли Китой и выброшена на берег. Вот газета «Либерасион» поместила вот такую интересную статью, которая меня сразу привлекла внимание тем обилием вот этих форм, которые редко сразу, редко даже встретишь. Сейчас мы их разберем конкретно по поводу и обсудим то, о чем мы только что говорили. Апреза буага сюре буагде бахке ким боу а са деманда на ла суаре дю дис нон луэн на ла капиталь вау и ла эксплике ке ла веси комбе ан эксидан ке. И сразу начиная апреза буага сюре, после того, как он убедил avoir débarqué, débarqué это высадить. Давайте переведем и рассмотрим эту интересную статейку. Да? После того, как он уверял полицию, да, что он ее, если не видно вам, да, что он ее высадил, да, avoir débarqué, видите, то есть débarqué это высадить, avoir высаживать,
аварды пакета высадки. Вот здесь используется, это уже не разговорная речь, это просто речь, которая присуща любой французской, любому французскому журналу, газете, прессе. Да. Après avoir assuré avoir débarqué Pimbola, sa demande, 10 числа, он, Питер Матсен, а expliqué, видите, passé composé, он объяснил, мы используем глагол avoir, помогательный глагол avoir, в настоящем времени. Он объяснил, что она умерла, что она скончалась, qu'elle avait succombé, да, и вот здесь вспомогательный глагол стоит. Импорте, то есть, видите, что-то предварительное, что-то предпрошедшее. Из-за несчастного случая, это при до паники, что объятый паникой. Вот он здесь prendre глагол при, это наш причастный оборот, как бы, что он, его охватила паника, это глагол prendre, взять, да, охватить, взять, он был охвачен. Вот конкретный пример вам использования этого причастного оборота. Или вы жете, это он выбросил, видите, жете это участие, выброшенный, да, он имел выброшено и все равно. Selon cette version, il était monté sur le pont, il était monté, он поднялся, да, на мостик, пататипатата, почитаете, да, и ля вы ляше, он отпустил этот несчастный люк, и вот эта плита железная люка 770 килограммов, она упала, да, и видите, глагол уже tomber, падать, да, то есть передвигаться вниз, передвигаться set, или t, он b, это глагол это, используется, но в прошедшем времени. Да. И вот маленький такой текст, который я сразу же соскриншотил, который нам показывает обилие во французской речи, то есть любую книжку, вы сейчас вы же не можете читать только учебники, да, вы будете читать французский язык, слушать, это вы увидите, что когда вы окунетесь в французский текст, вы увидите обилие вот этих вот времен, в которых нет ничего сложного. Вы просто должны понимать, что есть составная форма неопределенных глагола, составная форма вспомогательного глагола плюс партисипаса. Партисипаса не меняется, меняется только вспомогательный глагол, форма глагола, время глагола и наклонение тоже меняется. Вопросительно в сослагательном, в условном наклонении меняется только сам глагол avoir, а participation не меняется смысл. Я имел бы сделано, да, я сделал. Ну давайте разберем этот текст. Après avoir assuré, avoir débarqué, ведь это не passé. Дальше, il a expliqué, вот Peter Madsen a expliqué, это уже passé composé, чистое passé composé, темой которого является наш вебинар. Тема. Вебинар имеет тему passé composé. Plus que parfait, вот у нас идет дальше. Plus que parfait, это четвертое. Avec c'est tombé. Alexandre, que prix de panique и participe passé, здесь причастное оборот, о котором мы говорим. Prix de panique, il avait jeté, опять plus que parfait, шестое son corps. Selon la vision, il était monté, вот опять же, глагол monté, подниматься, сколько с этой спрягается, он поднялся. Il est monté в настоящем, il est monté, он поднялся вчера, а il était monté, он до этого. Здесь как бы вся речь идет о предшествующем. Il était monté sur le pont, retenant. Вот здесь уже наш participe présent вступает, удерживая, да, удерживающий, он был удерживающим этот люк. И здесь так, удерживая, да, удерживая дверцу или крышку люка, которая давала доступ к башне, которую вы видели, туре, да, ротоном. Dans la pelle se trouvait, которая находилась в глиссон, видите, опять же, ваше АНТ, это уже причастие, настоящее, particip présent, да, глиссе это скользить, а глиссон это скользящий, да. И здесь «ayant glissé» или «glissé» здесь «en glissant», да, то есть подскользнувшись, да, он резко, внезапно подскользнулся, он отпустил. И вот видите, здесь дальше идет «plus que parfait», «plus que parfait», «plus que parfait». Вот наши времена, которые являются составными временами. Так что же по «passé composé» и по отрицательной форме? Мы говорили чуть-чуть, и так, отрицательная
форма, у нас имеет несколько видов, так же, как и в русском языке. Я не видел, но во французском языке есть еще падовое, я не видел па. Но я не видел ничего, мы говорим там пару по-русски, я не видел никого, я не видел никогда, нигде, ну и так далее. Да. И отрицательную форму, если что, узнаем. И вот эта отрицательная форма у нас относится и применяется только к глаголу вспомогательному. Подчеркиваю это. Да. Je n'ai rien oublié, я ничего не забыл. Je n'ai pas oublié, я не забыл. Je n'ai rien oublié, ничего не забыл. Elle n'a pas téléphoné à Louise, она не позвонила Луизе. Встречали. On n'a pas travaillé lundi. В понедельник мы не работали. Был выходной. On n'a pas travaillé lundi. Ils n'ont jamais parlé à l'église. Не поговорили никогда. Не поговорили, просто говорили. Jamais, это никогда. Действительно, сейчас переходим к практической части. И с глаголами être, да, мы уже говорили, вот у нас есть 15 глаголов, плюс 16-й devenir, да, глагол, который является отдельным, когда глагол venir, становиться. L'avion est arrivé, он есть прибывший. Да, вот, когда глаголы появляются в passé, это глаголы, которые не могут, то есть это глаголы, которые являются как бы возвратными, глаголы движения, они имеют возвратную функцию, двигаться, да, когда мы поднялись, ну, это в русском языке уже сам возвратный глагол. Les touristes sont montés sur la tour Eiffel, на лифте, на поднялись на лифте, лишний акцент. На les étudiants sont entrés dans la classe. Студенты вошли в класс в 9 часов. Entrer, входить, войти. И видите, что здесь participe passé уже, именно с глаголом être, они имеют мужской или женский или род, или множественное число. Туристов много, они поднялись. Студентов много, они вошли. Да? Мои друзья sont venus, мои друзья приехали, пришли ко мне домой. Да? Потом они ушли и сон пошли. Ma soeur est née, и моя сестра родилась в 2017 году. Ну, теперь давайте поработаем. Coucou mes amis, allô, vous êtes pas ensommeillés, non, là-bas, réveillez-vous, on va travailler, on va bosser un peu. Итак, сделаем упражнения. Потом у вас будут чуть-чуть более глубокие упражнения. Сейчас поработаем с глаголом être и participe passé composé, те глаголы, которые прилагаются с être. D'habitude, nous arrivons avant 9h, mais hier, мы прибыли в полночь, à minuit. Надежный будет fiable. Fiable, это будет надежный. Итак, какое, как вы скажете, мы прибыли в полночь. Работаем, друзья мои. Просыпаемся, работаем. D'habitude, nous arrivons avant 9h, mais hier, nous, подскажу вам, nous sommes arrivés, или nous sommes venus à minuit, полночь прибыли. Второе. Le soir, nous rentrons à pied. По вечерам обычно мы возвращаемся пешком. Nous rentrons à pied. Mais hier, мы вернулись на машине. Да, спасибо, Антоня. Вернулись на машине, посмотрите, nous rentrons à pied, то есть вы берете этот глагол arriver, и это глаголы, которые спрягаются с être, да, вы должны поставить здесь вспомогательный глагол быть в настоящем времени, да? Ого, да, хорошо, nous sommes rentrés, написал Андрей, угу. Nous sommes venus, написал Дмитрий, да. Nous sommes rentrés, написала Дарья.
Вот посмотри, так как написала Дарья, абсолютно верно. Там надо акцент Q поставить, да, но сон он тре. У нас наверное, нет на клавиатуре. Оно, потому что мы нас много, и мы S должны поставить. Да, показательно, как множественное число. Посмотрите, мы сом рантхэм, так как написала Дарья. Дальше, следующее. Le vendredi, по пятницам, nous sortons à 6h. Mais vendredi dernier, мы вышли, видите, сортир, это глагол сортир, выходить. Да, да, я, ну, нет, Оксана, понятно. Да. Хорошо, работаем дальше. Le vendredi, nous sortons à 6h. Mais vendredi dernier, nous sortir, это глагол выходить, да, но еще встречаться с кем-то, может быть, да. Ну, или выходить в люди, идти в кино, идти в театр, ну, собственно, мы на другие дни, как сказать, мы вышли. Молодец, Андрей. Молодец, Андрей, повторяете Дарью, да, я. Да, ну, сом софти, посмотри, так как написал Андрей, это правильный вариант, ну, сом софти. Дальше, четвертое, вот, «Le lundi», ну, рисну, это я вам посложнее дал, посмотрите, как вы будете говорить, потом будет попроще, чуть-чуть позже. «Le lundi, nous restons jusqu'à 7h». Молодец, Елена, «nous sommes restés», молодец, да, «nous sommes restés», да, то есть вы глагол «restons», вот, признак «ons», это окончание «мы», да, «мы кушаем», «ем», «работаем», а у них «ons». Да. Это признак первого лица множественного числа. Мы остаемся. Это глагол «resté» первой группы. И «ну, сом resté», правильно. Елена, вы сегодня по одному отвечаете правильно. И давайте пятое. «Le dimanche» по воскресенье. «Le dimanche, nous allons à la campagne». «Le dimanche dernier». Мы поехали в гости к друзьям. Молодец, Виталий, забыли S поставить. Молодец, Дарья, S все правильно, да. Ну, все, да, поехали, я вам дам ответы на это упражнение. Посмотрите, nous sommes allés, все правильно вы написали, nous sommes allés voir. Да? Allés voir, поехать увидеть, это поехать в гости. В русском языке эта конструкция передается как allés voir, поехать увидеть. Ну хорошо, давайте прочтем. D'habitude, nous arrivons avant 9h, mais hier, nous sommes arrivés à minuit. Le soir, nous rentrons à pied, mais hier, nous sommes rentrés en voiture. Le vendredi, nous sortons à 6h, le vendredi dernier, nous sommes sortis à 5h du matin. Le lundi, nous restons jusqu'à 7h30, le lundi dernier, on est resté, или nous sommes restés, on est resté, можно сказать, on est resté jusqu'à 7h. Le dimanche, nous allons à la campagne, mais dimanche dernier, nous sommes allés voir nos amis à Brest. Друзей наших в Брест, в французском городе. Теперь поработаем с глаголом avoir, друзья мои. То же самое, но с глаголом avoir. Жорж покупает газету и садится в автобус. Жорж achète le journal et prend l'autobus. И вы должны будете, это тоже сложно, вы должны будете сейчас глагол acheter поставить по секунду. Жорж купил газету и Жорж сел, взял автобус, сел на автобус. Молодец, Галина. Галина, смотрите. Nous sommes allés voir, да, это вы. Я уже испугался, но да. Молодец, Галина, вы написали HT, да, Жорж HT. Только единственное, что А это третье лицо. Жорж это он, да. Правильно, Елена написала HT, молодец. Дмитрий, Жорж Апри, молодец, Дмитрий. Très bien, c'est parfait. Да, молодцы. Жорж a acheté le journal et a pris l'autobus. Très bien. Сейчас подсказки не буду вам ставить. Давайте дальше поехали. Второе.
Nach je mehr einem permeable, elle prend un parapluie. Мария надевает плащ, метро, это глагол метро. Эляште написала первая, да, ами, молодец, Галина, вы, наверное, знаете, хорошо, французский язык, да, вы запомнили, либо запомнили, либо знаете, что глагол метро имеет ми, миз, партисипасы, а, при, ами, да, правильно, Даша, Мари, ами, не правильно, et après. Абсолютно верно. Три у нас уже было, три повторим. Да? Браво, хорошо. Следующее. Nous buvons une bière et nous mangeons une pizza. Да? Nous buvons de la bière, мы взяли под кружки пива, и мы пьем пиво, пиво, порцию пива, и мы кушаем пиццу, одну пиццу. Nous avons bu, пишет Виталий. Молодец. Nous avons mangé, пишет Дарья. Молодец, да? Видите, то есть мы глагол «бювон», «бюбе» – это глагол «буах», «буах» – «пить», у него партисипасы будет «бю», это вы правильно написали, «бю», да, и «ну зовом бю», да, мы имеем выпито, когда мы выпили. «И ну зовом манже», дальше, четвертое, «влезе ли журналь», это глагол «лир», «влезе ли журналь», и «вы бое», «ин анонс интересан», вы читаете. Газету, вы видите интересную новость, интересное объявление. Молодец, Дарья, Галина, Дмитрий, хотя это глагол лир, читать, но партисипасе у него лю. Да. Правильно, Елена. Правильно, Андрей. Потом, Сергей. D'accord. Поехали дальше. Elle a écrit, Julie écrit à sa mère, et elle poste la lettre. Julie пишет своей матери, и она, прости, отправляет по почте письмо. Да? И она бросает ящик письма, отправляет письмо. Julie écrit à sa mère. Да. Но ни одной ошибки, некоторые описки бывают, но Галина очень хорошо, да, вы запомнили все особенности и знаете все особенности образования партисипаса, да, écrit, écrit, да, li, будет lu, écrire, écrit, нет, ni, 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 écrire, Écrit à poster. Молодец. Дарья. Да, это обычный глагол poster. Первая группа ему надо написать так. À poster. Хорошо. Следующее. Шестое. Tu finis ton travail et tu écris à tes amis. Это глагол finir, tu as fini, tu as écrit. Вот здесь вот правильно, да, вы пишете, там AS, это там, где второе лицо стоит, ты, да. Tu as fini, молодец, Руслан подключился, да, да, правильно, да, Галина. I agree. Молодцы. Хорошо, давайте я вам поставлю сейчас ответы. Правильный, дома работайте над седьмым и восьмым упражнением. Дома вы можете пересмотреть потом этот вебинар. Мы сейчас можно их смотреть в YouTube. И давайте теперь поработаем быстро уже без глаголов, а уже будет работать ваша imagination. Imagination в голове tourne, tourne. Например, вчера утром же écoutais радио. Я слушал радио вчера утром. А? Амиди в полдень, бутербродом, что вы сделали? Амиди в... Теперь у вас творческая работа. Должны придумать глагол и поставить его в passé composé. То есть это, напомню, составная форма, где вы используете обязательно вспомогательный глагол. И вы можете даже чуть-чуть ошибиться в participe, но во вспомогательном глаголе вы не должны никогда ошибаться.
Вызови манжея, вызови манжея, вызови манжея, вызови манжея. Да. Андрей написал исключительно правильно. Елена, что там не надо. И буква на. Галина, правильно. Виталий, надо написать АВЗ. Вызови манжея. Вызови манжея, АВ препарей. Молодец. Дарья разнообразила манжея. Да. Хорошо, отлично. Препарей вы добавили. И можно сказать... Амиги вызове прием сандвичный. Это то же самое, что манже. Да? Prendre le petit déjeuner, это завтра так кушать. Prendre le café, prendre un café, это пить кофе. Да? Prendre un hamburger, это кушать гамбургер. И prendre un menu, это скушать, съесть комплексный обед. Следующее. На прошлой неделе я налоги. Что я делал с налогами? И четвертое. Позавчера, avant-hier, mes amis, мои друзья, и Лувр. Итак, работаем с третьим. La semaine dernière, на прошлой неделе, Андрей сказал, j'ai pris, j'ai payé, написала Галина. Вы даже не удосуживаетесь писать «je». Это очень хорошее знание. Чем писать? Личное местоимение, когда можно написать «это ей». Браво! Тем более оно уже здесь есть. Молодец. Галина, сколько вы изучаете французский язык? И ради интереса, потому что у вас не было еще сборе. Я смотрю. «Это ей». «ЖПЕ». Правильно. «ЖПЕ». Да, я оплатил при... Молодец, Елена. «ЖПЕ». Хорошо. Отлично. Да? Глагол «авуар» и «ПЕ». «Аксанти бюнди». Андрей, при это цена, да, или премия из X на конце идет. Если это глагол prendre, я взял свои новые, забрал, да, то там будет S на конце, приза. Есть правильно, GPE, извините. А четвертое мы работаем с Лувром, да, что мы сделали с Лувром? Avant-hier, mes amis, мои друзья, подожгли Лувр. Обошли Лувр, облетели Лувр. Ils ont visité, пишет Виталий. On visité, пишет Дмитрий. On vu. Lourdes. Можно, да, молодец, Даша. Разнообразили. Обострили ситуацию. On vu, люблю. Хорошо. Правильно, опять, да. On visité, как вариант. Да, хорошо. Оля, 1000 евро в лото. Пятое. Поль, 1000 евро. Лото во Франции можно выиграть. Все играют в лото. Вы видите, посты. Все лото. La Française des Jeux, компания, которая оперирует всеми этими играми. А я не. Молодец, написала Елена. Руслан подключился. Эго не. Поль это он. Поэтому там надо глагол avoir поставить в нужную форму. А я не. Антонья, вы из Италии, из Италии, Антонья, Эгене, Агене, вы, Эгене, хорошо, Агене, да, выиграли, выиграл, правильно, вы знаете глагол выиграть. Что я делаю на этом вебинаре? Hier, tu, télévision, вчера ты телевизор. Tu as acheté, она писала, да, Дарья, молодец, Дарья, вы сегодня вносите большое разнообразие. Tu as acheté une télévision, tu as regardé une télévision, tu as regardé, Катерина, молодцы. Хорошо, да? Дарина нам дала еще вариант. Tu as regardé la télévision, вчера ты смотрел телевизор, да? Но если tu as acheté, тогда будет une télévision, тогда будет аппарат такой, да, какой-то телевизор. Хорошо. И последнее на сегодня. Mardi dernier, на прошлой неделе, на прошлый вторник, мы о зашек, мы шахматы. А, жете написал. Хорошо, жете, да. Mardi dernier, ну, о зашек. Что с шахматами мы делаем? Отлично, Елена. Браво. Молодец, Катерина.
Catherine, très bien, c'est très bien, c'est parfait. Nous avons joué, nous avons acheté, нет, если nous avons acheté, acheté требует после себя прямого дополнения, да, acheté что-то, да, acheté шахматы. Здесь стоит предлог о, это а плюс ле, в шахматы, да. Тогда надо играть что-то. Nous avons joué, молодцы. Ну, браво. Ну, конечно же, pour ma fête, на свой праздник, на свой день рождения, на свой праздник. Я друзей, на свой праздник, я что с друзьями? Молодец, Елена, j'ai invité, Виталий, j'ai invité. Invité тоже пишется, да, invité, молодец, Катрина, Антонья, браво, хорошо, хорошо. То есть вы хорошо освоили, мы хорошо знаем концепт композе. И вот вам правильные ответы, неправильные. У вас тоже правильные все ответы были. Это один из вариантов. Nous avons joué aux échecs et j'ai invité mes amis. Да. Хорошо. Молодцы. Ну и теперь у нас по плану сегодня вы должны будете разобрать, сейчас мне сказать, я вам включу. Я вам включу сейчас звук, и вы мне скажете глагол стоит в настоящем времени или в прошедшем. Il y a un problème? Il y a un problème? Это présent или passé composé? Настоящее. Настоящее. Молодцы. Дальше слушаем. Хорошо, да. Il y a un problème? А если бы было бы прошедшее, il y a eu un problème, да? Следующее. De. Maria a arrosé les plantes. Настоящее или прошедшее? Présent или passé composé? Елена пишет passé, passé composé. Прошедшее. С первого раза? Молодцы, правильно. Maria a rosé. Да, и вы слышали, да, прошедшее. Видите, Maria a rosé или Maria a rosé, это будет длительное прошедшее такое, а Maria a rosé, где там это только хорошие специалисты, хорошо знающие, могу сказать, могут отличить весь passé composé. Хорошо, дальше. Trois. On visite le musée d'Orsay samedi. Он визит в музей Д'Орсе самди, в субботу мы посетим, подсказал вам, да, музей Д'Орсе в Париже. Он визит настоящее, да, настоящее. Да. И хотя, когда мы переводим он визит самди в субботу мы посетим, на настоящее время используется часто еще и для выражения будущего. Да? Следующее. Катха. Tu as téléphoné à Louise? Браво, Антонья. Браво, Виталий. Дмитрий. Настоящее написал. Андрей настоящее. Дмитрий настоящее не услышали. Послушайте еще раз. Катха. Tu as téléphoné à Louise? Слышали? Tu as téléphoné à Louise? Это прошедшее время. Tu as téléphoné à Louise? Это passé composé. Следующее. Cinq. J'ai payé avec ma carte Visa. Пришел в ресторан. И что он делал с карточкой Visa? Виталий сразу пишет про прошедшее, passé composé, да, потому что там было «j'ai payé». Да, не «же», а «же». Я имею проплачено. Молодцы. Хорошо. Следующее. Мгновенно реагируйте. Сисса. Vous voulez venir avec moi? Хотите со мной пойти? Браво. Настоящее. И последнее. Сет. Elle n'a pas écrit à Fabio. Elle n'a pas écrit à Fabio. Браво. Мгновенная реакция, прошедшее время,
Да, молодцы. Давайте посмотрим. Илья им проблем. Настоящее, да, было. Нахья, хозе, леплен. Тут вы услышали. А хозе, да, прошедшее время. Он висит, но мюзе дохсе самди. Настоящее. Что телефон, Луиза, ты позвонила. Же пейелек макях ты за, своей карточкой виза расплатился я. Вы воли вы не говорят, мол, не хотите ли пойти со мной? Или на пайхе подъема не написал. Следующее, вы должны будете здесь разобрать жекри, где жекри, в французском языке существуют некоторые партисипасы, которые совпадают по звучанию с настоящим именем жекри и жекри. Je visite, je visite, это вы должны быть. Je dis bonjour, je finis mon travail, je finis mon travail. Видите, практически очень надо редко. J'ai un problème, j'ai eu un problème. Послушаем теперь это. Итак, первое. Écoutez et trouvez la phrase que vous entendez. J'écris un message. Какая фраза? Первая или вторая? Внимание, еще раз. J'écris un message. J'écris, да? Первое. J'écris et j'écris. Второе. Первая фраза, правильный ответ. Да. J'ai visité Paris. Да, два. Третье. Trois. J'ai dit bonjour à Camille. Да, и один, и два. Вот это сложно, да? Je dis, bonjour. Звучит одинаково, надо только услышать «же» или «же», да? Потому что здесь, видите, читается «же ди бунжуа ками», «же ди бунжуа ками». Да. Следующее. Как? «Je finis mon travail». Да, «je finis mon travail». Не «же finis mon travail», «je finis mon travail», правильно, да. Первая фраза и последняя. J'ai eu un problème. J'ai eu un problème. У меня была проблема. Да, у меня была проблема. Я забыл убрать ответы. У вас тут оказались под бочком. Это правильные варианты, то, что вы прослушали. Да? J'écris un message, не j'écris. J'écris, je visite Paris, je dis bonjour à Camille, не je dis, а je dis bonjour à Camille. Все путаются, да, да. Je finis mon travail и j'ai eu un problème. Le brunch. На следующем вебинаре мы поговорим о новой лексике ресторанной. Что такое le brunch, le brunch, le slunch, coucou, les amis, c'est dimanche, le bol, le moment parfait pour le brancher. Видите, новый глагол, brancher. Знаете, что такое brancher? Branché, ça c'est le branche, да. Breakfast and lunch, в французском языке есть сейчас такие, знаете, это вот с Le Marseillaise, сайта Marseillaise, копался, нашел, не знаете, да, но это поздний, так сказать, завтрак, это не пяти дожины и не дины, это, да, поздний завтрак, молодец, да, или поздний завтрак, branche, да, это где-то в 11 часов, 10-11. В 10, между завтрак принимают до 7. Но об этом мы поговорим в следующий раз. И, так сказать, рекапитуляция маленькая. Или fatigant, он утомительный, да, это глагол fatigue, утомлять. Он человек, который утомляет. Или fatigue, а тут он уставший, утомлен. Вы знаете, je suis fatigué, я устал, это глагол fatigue. Утомлять. Вы можете сказать кому-нибудь, вы меня фатиге, вы мой фатиге, месье, вы мой фатиге, мадам. Вы меня утомляете. И этот человек, когда он будет фатиган. Интересы. Интересовать. Livre sont intéressant. Интересные дни, либо интересующие. Да, они интересуют. Livre sont intéressant. Мы заинтересованы. Да, видите. Интересующие. Эти заинтересованы. Это глагол «être intéressé», «avoir intéressé», «заинтересовать», да, «interessé».
Construire, nous construisons, это уже пассивная конструкция, то есть, ну, construit. У глагола construire имеется participe с такого, construit. Вот, я прошу вас позадавать мне вопросы, если они у вас есть, конечно, я на них с удовольствием отвечу. Внимательно буду следить за чатом. Ну и пока, вот я тут написал в конце, если, допустим, взяли моего парле, да, то законченное время, «Je parle» — это «я поговорил», а «J'avais parlé» — это «я поговорил до того, как я сделал какое-то другое дело, произвел другое действие». «J'aurais parlé» — «я поговорил бы», да, это уже условное наклонение, но в прошедшем времени, что в русском языке можно «я поговорил бы завтра», «я поговорил бы вчера с ним», но я не смог поговорить с ним. Вообще я поговорил бы. А во французском языке есть кондиционель, условно настоящий, условно прошедший, чем отличается французский язык. Субжунктив. Я хочу, чтобы он хочет, чтобы я поговорил, да, и он хотел, чтобы я поговорил. Здесь субжунктив пассе, и же парле, и на блю же парле. И жоге парле — это будущее время, видите, которое имеет, ну, которое предшествует другому будущему. Будущее, прошедшее в будущем, да, назад, это фигурант, видите, вот разнообразие вот этих, да, то есть и как бы структура меняется только у глагола вспомогательного, а сам смысловой глагол остается несменным. Итак, дорогие друзья, с вами сегодня прощаюсь и жду ваших вопросов. Скажите мне, пожалуйста, у вас что-то прояснилось по поводу составных времен, с крещением, вера, надежда, любви, здоровья, успехов, спасибо, Елизавета, да, написали, лепифании по-французски, да, завтра будет le jour de roi, был вебинар на субжунктив, да, да, я был, специально делал для жаждущих, по-моему, вот совсем недавно был, посмотрите в YouTube по субжунктиву, мерси, мало что поняла, но было интересно, Наталья, но если вы учите недолго, то когда начнете учить, дойдете до пассе-композе, вернетесь сюда, посмотрите, и вам будет все понятно. Глагол бессандро, когда спрягается савуара, когда сет. Это хороший вопрос, потому что некоторые глаголы, которые спрягаются сет, они имеют такую функцию, как спряжение савуар, в том случае, как я уже подчеркнул, когда они имеют после себя прямое дополнение. Да? Вот глагол «десандр» — это «спускаться», но он может еще и переводиться как «опускать что-то», «спускать». Например, «je suis descendu» — «я спустился», но «je descendu mes valises» — «я спустил мои чемоданы». Да? Это как глагол «monter» — это «поднимать» и «подниматься», и «спускать» и «спускаться». То есть у «десандра» два значения — это «спускаться» и «спускать». Все зависит от того, какое значение, какой контекст и какое после этого идет дополнение. Если у этого глагола пронуминальный смысл, да, сет, да, я спускаюсь, то есть я передвигаюсь вниз. А если я несу чемоданы вниз, то, да, будет жедесом. Также точно глагол «monte» поднимает, также точно глагол «entre», и также точно глагол «sortir», глагол «выходить», но это, он может обозначать еще и «выпускать», и вытаскивать из кармана, и, например, «je sortis un pistolet de ma poche», пистолет я вытащил, но «je suis sorti dans la vie». Все понятно, уже практика, спасибо, но очень плохой звук. Ирина, дня, спасибо, merci beaucoup, спасибо большое, ваш вебинар интересный, было хорошо видео, ну и звук, видите, у одних хороший, у других плохой, бывает. Какие еще вопросики бывают, по субжунктиву были, merci beaucoup, да, ожидаю, не знаю, у нас было хорошо слышно, да. Хорошо, друзья мои, если у вас нету вопросов, то я с вами на сегодня прощаюсь. Да? До следующего вебинара через месяц. Да? И следующий вебинар у вас по французскому языку будет вести моя коллега из Белоруссии, преподаватель французского языка. Merci, chers amis, à bientôt, à la prochaine.
И au revoir. Bonne soirée, bonne épiphanie, et passez une bonne soirée aujourd'hui. Хорошего вечера сегодня. До свидания.